Ну вот, короче, братва, мы со Станиславом Викторовичем делаем для вас обзор автоклуба 5-го уровня. Всем привет. Стасик, хули невоспитанный человек. Чё не здороваешься? Ай, бать, нахуй, здорово, ёбаный в рот. Я, блядь, кнопку не нажал, прикинь, нахуй, ёбаный. Давай поменьше в это, матерков. Да, короче, да. Стас, рассказывай, как ты, за сколько времени вкачал 5-й уровень, какие основные задания выполнялись для этого, что делалось? Ну как, вкачал, наверное, где-то, наверное, плюс-минус, наверное, недели. Не, месяц, наверное, да, месяц. Ну, задания такие там, да, ну, получается, когда он же 1-го числа вышел, правильно? Ну да. Вот. И получается, где-то числа 3-4, я, наверное, только вступил в него, потому что не хотел с байкерки выходить, потому что печаль такая была, пиздец. С байкерки ливнуть, говорю, нахуй, рука не поднималась. У меня же байкерка 5-й уровень был прокачан. Зря, что ушел с байкерки, там, на 4-й день фиксанули, теперь можно врезаться на всей с полной скоростью и из мотоцикла не слетишь. Да не, это похуй, я знаю, то, что это фиксанули, но суть в том, то, что там как бы это... Там даже если ты падаешь, нахуй, ХП вообще не снималось. Так, открою F10. Персонаж и клуб. Ну вот начнем с 1-го ранга. На 1-м ранге можно выбирать место спавна. Также, чего? Диностенд. А, ну то есть это... Да, вот тачки эти. Да, замер короче, скорости. Короче, вот этот вот 2-й ранг, короче, блядь, я кайфанул с него, пиздец, прям как. Я на Порше, блядь, катаюсь, вот этот, нахуй, 911-й. Когда вот этот ранг встал, нахуй, я сразу охуел. Мы сидели с Хатабом, короче, нахуй, в Дискорде. Я говорю, что-то машина, говорю, охуенно начала управляться. А это, короче, 2-й ранг качнулся. Прям вообще почувствовал, пиздец, прям вот от этой вот хуйни. Автоматическое пристегивание ремней. Теперь не надо биндить вместе с запуском двигателя. Вот, потому что заводит одно место защику. Вот, давай на 3-й ранг. А так. Ремень пристегивают, блядь. Да, так, чё... Эксклюзивная одежда клуба, настройки переключения стабилизации при установлении включенном переключателе, да. Стабилизации ТС, можно настроить степень потери сцепления. 4-й ранг, скидка на эвакуацию, ага, доставка личного авто раз в час, ну это как в принципе на байкерке было. Так, 5-й... Ну и 5-й клуб это скидка, блядь, на автомастерскую, что 20%. Скидки на комиссию аукциона. А в чем прикол, скидка на комиссию аукциона за авто? Это где? Ну смотри, ты, короче, смотри, ты, допустим, лям стоит на контейнер, да? Угу. Чтобы мне его, короче, перебить, мне надо, нахуй, там комиссию какую-то заплатить, понял? Ну, то есть, комиссия вот эта, которая, блядь, на одну ставку ты выше делаешь примерно, ага. Автоматом, знаешь? И вот это будет ставка теперь, допустим, там не 100 тысяч, а 50, нахуй. А, понял. Ну все, закрывай. Чё там? Одежда. Давай одежду. Вот шмотки нахуй с клуба. Одежду, в принципе, что ее смотреть? Так чисто залети. Ну, смотри, самое такое-то нахуй заебатое, это вот, блядь, вот такие вот сетики, типа, блядь. Это все, в принципе, гайдос показал. Вот, вот этот вот, да, вот эти вот, нахуй, ништяк, как бы вот. А все остальное, как бы, ну, такое, блядь, на любви. Ну, это вот, типа, нахуй. Где-то ящики, нахуй. Ну, прикольно было бы, если бы бренды бы вернули бы вот эти Мерседесы, BMW были бы значки на них. Феррари. Да, ну, а тут хуйня такая, штаны, чик-чик. Чё-чё, штаны? Штаны такое себе тоже, но говорю, ну вот если с этих собирать, блядь, допустим, все три, блядь, из штанов, нахуй, ну то есть тут два всего, вот эти вот штаны и вот эти, ой, вот эти вот можно взять, вот, как бы более-менее, нахуй, под сет иду, то есть под белый верх. Ну ладно. Ну искать, ну тут на любителя, короче, да. Бенефактор, Мерседес. По тачкам давай посмотрим, что какие там тачки есть. Купить машину. Ну, вот. Это сколько у нас... Это что такое вообще? Ну-ка, разверни ее. Что-то вообще ни разу такую тачку. Типа морковника какого-то. А что это за Toyota? Что за Nissan? Да, хуй знает. Давай вторую. Так, это типа какого-то Труэна. Вроде Карин. Карин, это же Toyota, да? Давай дальше. Это Infiniti, вроде бы, да? Да, походу, но. Это Supra, а это что? Это Mazda. Это целка. А, да, Mazda. Miata. Давай дальше. Nissan какой-то переделанный. Это 400-й, типа, что ли? 350. А, может быть, хуйня. Не знаю. Давай 5. Дальше.
Ну, это китайка какая-то, китайка. Дальше давай. Давай этот Infinity. Это механик, нах. Механик, понял. Ну-ну-ну. Infinity. Сдавай на тест-драйв ее. Так, а что? Да, вот на них, смотри, на них, короче, тут очень много всякой херни. Ну, то есть, движка-то это понятно, там тормоза, все это вот это, допустим. У них вот модификации идут остальные, короче, вот тут. Турбина, ну, то есть, спойлеров вон сколько штук, ну. Разверни F2, нажми. Ну, и F2 нажми, спойлер. И сколько стоит, это интересно. Блять, нет, здесь я нахуй оно не стоит, это надо в автосалон ехать, вот как у меня, типа, да, принял себе тачку. А, то есть, ну, то есть... в кастомку приезжаешь, да? Да, и, да, да, и все и вот это все ставится, самое, да. Да, да, не забываем, братва, что на нашем сервере Strawberry, где тачку нужно тюнинговать, так это третья кастомка. Вот, не надо на вторую и на первую ездить. Так-то нифига прикольная лавка. Да, так вообще, короче, она... Да, она, короче, как тебе сказать, короче, делаешь, а тут ограничения нельзя поставить. Короче, тут мод уже сразу стоит, вот ты ее закинул, она вон все, она у тебя уже сама дрифтит. Ну, блядь, видишь, газа не хватает. У них скорость. Я скину маленькие. Потом, у меня там есть, да, у меня там, я сегодня дрифтовал, там, по-моему, 10 тысяч дрифтов, вот 10 миллионов дрифтов сделал, короче, на тачке. Ну, а так, блядь. Что не, вот еще? Чисто что для задания. Что еще можно поставить? Ну там винилы, по-моему, всякие. Бампера, боковая юбка, ну-ка. А, так слышь, это же можно купить тачку, получается. И там уже, да. То есть этом, я уже сам, наверное, ее могу, да, ставить. Например, если я, например, ты мне купишь тачку, я ее возьму, и я сам могу ее тюнинговать там. Или нет? Да, 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 да. Короче, выходит тюнинг в 492 000, короче, полностью. Ну, то есть, если все ставить. Как бы тут еще видишь вот аксессуары, это, короче, от первого лица, по-моему. А, ну-ну-ну-ну. Там внутри салон, короче, меняется. Ну, ну то есть, интересно тоже, там можно что повыбирать. Надо будет, короче, 2 миллиона замутить, купить две машины. Ну, то есть, короче, повыбирать есть чего, короче. Ну, то есть, сделать ее. Я видел на Фавито уже тачки продают по 1 100 000, по 1 000 000 вот эти вот машины. Ну да, ну это считаю себе, это себе укуп, короче, она окупается просто полностью. Вот сейчас, допустим, у меня тачка, да, вот эта вот, которую я себе сделал, она, короче, это. Ну все, она, в принципе, по большому счету мне уже не нужна, потому что я задания больше не беру, короче. А задания там такие, ну, попадают, допустим, привезти ремкомплект, потом что, сделать гонки на радиоуправляемых машинах, потом гонку на 10 километров, короче, с кем-нибудь из клуба именно, потом тестовый автомобиль, вон ну-ка, там барыги берешь. Пробегись, посмотри, покажи, что тут есть. Ну, вот это вот стенд, где, типа, тачку можно протестить, сколько она едет. Mm-hmm. Тут, короче, с кочками она тестит, ну, там уже все знают. Бесполезная фигня. Да, сколько. И вон барыга стоит, который тачки вот такие вот дает, типа. На них надо гонку сделать 1 километр. Ну, точнее, любую гонку. Вот именно вот эти вот, да, Бугатти вот стоит. Нет, не такие. Не-не-не, это Бугатти там будет. Игровая. Нет, такие тачки, которые это, GTA 5 обычные дают. Угу. Вот, все. Так что качаться-то в смысле недолго, но. Особенно если нахуй есть там корифаны, друзья, которые, блядь, попросил, допустим, 10 гонок сделал, считай, за сутки. Ты, то есть, делаешь 120, ну, если первое место занимаешь. Получается 120, ну-ка, а чей делал? Пробегись, он до... Там желтая тачка какая-то на эстакаде, вон сзади. Да сзади он, да-да-да. А, ну, что там стоит? А, вот сюда, короче, да, вот ремкомплект, короче, когда ты с магазина забираешь, с рандомного там тебе говорят, с какого... Вот сюда забегаешь, сдаешь, короче, ремкомплект. Угу. Ну, типа, чтобы вот это вот железо. Там, ракету на приготовили. Да, на взлет, нахуй. Так, она у меня не садится. Че там про 120 очков ты говорил? А, ну вот, смотри, если, короче, каждый день после рестарта делать, короче, с друзьями, с тремя, нахуй, допустим, ты четвертый делаешь, если... Первое место занимаешь постоянно, 10 гонок дается. Вот как, допустим, в других клубах там надо пойти, там, ну,
Вот с этой вот херню, а я ее убрал уже. С этим, с транспарантом постоять, там, знаешь, бипишки дают. Mm-hmm. Ну, эти. Репутация. Тут то же самое, только 10 гонок надо сделать, короче. Первое место 12 очков, второе 9, третье 6 и четвертое 3 очка. Ну, то есть, если ты с кем-то из знакомых, которые уже сделали, либо уже прокачались, то есть делаешь, в смысле, 10 гонок тебе. 120 репутации тебе падает, потом ты плюс вот тут подбегаешь, задание берешь, ну, ну, то есть он тебе дает задание, да, там вот, получить чистый тест, вот это вот еще, да, самый такой, как бы этот, самый такой, короче, нахуй, тестик, нахуй, который надо врача, короче, чтобы он тебя на наркоту проверил. Угу. Получите чистый результат теста на зависимость от опьянения. Да, вот этот самый геморройный, короче, потому что надо врача найти, нахуй, айболита, нахуй, чтобы он тебе тест сделал. Ну так Женьку, а все можно, остальное... к Женьку можно обращаться, если он дома. Да, 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 мы Женьке, нахуй, писали, но он подъезжает. И это, ну а так что, в смысле, ну клуб, да, большой, базар, нет. Ну, машин было здесь раньше больше, потому что сейчас уже народу много очень вкачалось, короче, так что все тачки, наверное, уже и продают вот эти вот дрифтовые, которые... Да, братва, тем, кому тачка нужна, можете к Стасику обращаться. Там за 50 тысяч вам сделает тачку, да, на Страсбурге. 50 тысяч сверху. Номер... Да, вон номер карты, короче, в левом углу, короче, 117745. Я потом чик, смс-очку получаю. Телефон огонь, брат, тут смс-очка, чик-чирик, ну вот, все. Да. И можете через него покупать тачку, либо же через своих друзей, кто вас качал. Стас, да? ярый задрот, нахуй. Да ну нахуй, я еще самый такой, который поздно еще вкачался. Люди тут уже давно вкачались, блядь. Так бы так. А так, вон как Денчик Ундерганта, можете сидеть вот так, куковать, ждать, короче, задание. Да. Прикумарится он с девочкой, нахуй. Все. Да. Не забывайте, братва, что все действия проходят на проекте GTA 5 RP. Чтобы начать играть, переходите по ссылке в описании, скачивайте лаунчеры, заходите в игру. Да, не забывайте, хотите играть как Стас, вам нужно всегда быть пьяным. GTA 5 осуждаю такие действия. Я за здоровый образ жизни. Не пейте, не курите, занимайтесь спортом. Но если хотите употреблять, употребляйте лимонад в меру. Вот, который Стас употребляет. Вот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пишите свои комментарии, кто какой клуб качал. Также не забывайте вводить промокод. Да, хватит сидеть, смотреть без подписки. Давайте подписывайтесь. Он, Стас, уже в образ вошел. Ладно, братва, всем до скорой встречи. Стасик, попрощайся. Да, всем пока-пока. Да. Все, пошли, короче. Да, пьяный водитель. Все, братва, всем пока-пока, всем до скорой встречи и увидимся в новом видеоролике.